Приветствую вас. Вы почему-то ответили только на один мой вопрос, который я вам задал. Вот. И я думаю, что здесь нужно в первую очередь, чтобы вы сформировали, что для нее является счастьем. Конкретно именно для нее, что есть счастье. Не для вас, а для нее. Смотрите, вы говорите, я действительно хочу, здесь вот действительно хочу, то есть это вы, ну это у вас как бы подсознательная реакция, подсознательное желание убедить кого-то, возможно убедить, например, своих родителей. В том, что вы действительно достоин, в том, что вы действительно справитесь, то есть это действительно хочу, это обращение к кому-то из ваших родительских фигур по поводу того, чтобы им доказать, что вы, ну, чего-то стоите. То есть вы ведете диалог подсознательный именно с ними, либо у вас такая модель. Да, то есть стремление уговорить своих родителей, например, ну, дать вам то или иное, позволить вам то или иное, разрешить вам то или иное. Эту же самую модель вы переносите и на современные реалии. То есть с девочкой, например, такая немного детская позиция, ну, на самом деле не работает. То есть, когда вы говорите, что я действительно хочу, чтобы она была счастлива, ну, это вы либо ее пытаетесь убедить в этом, и вопрос, зачем, либо меня пытаетесь убедить в этом, опять же, вопрос, зачем. Либо себя пытаетесь убедить в этом. Опять же, зачем? Ну и либо родителей пытаетесь убедить, либо всех вместе. Вот. Но все это возможно именно благодаря тому, что вы сами не уверены в том, чего хотите. Вот тоже у вас идет слово «честно». Далее, значит, честно, радостно, ну это непонятно, что вы имели в виду, то, что именно познакомился через родственников, и она стала этим для меня поводом, нет, у нас очень много общего в плане привычек и эмоций, все одинаково, мы даже, когда холодно было, тряслись одинаково. Так, ну, понимаете, я верю в то, что у вас много общего. Проблема в том, что много общего, большое количество общего не всегда сближает людей. Иногда бывает так, что наоборот, то, что не общее, сближает, потому что это противоположности, это соответственно разница, и разница притягивает. Вот. А когда одинаково, то это может быть, могут быть проблемы здесь. Вот. Я просто говорю о том, что родственники, то, что вы познакомились через родственников, это очень, это существенно влияет на ваши отношения. То есть я хочу сказать, что как бы давлеет над ними, лишает свободы, понимаете? Вот. И то, что вас, то, что вам с ней комфортно, мне с ней комфортно, это опять же разговор о вас. То, что с ее стороны вы слышите, вот тут тоже непонятно, с ее стороны слышал иначе. Что именно иначе вы слышали, непонятно, хотя по смыслу кажется, что вы говорите, что с ее стороны то же самое слышали. Дальше. Тут вы говорите про реакцию на холод.
Она здесь скорее психотическая модель, то есть потребность кому-то привязаться, потребность иметь с кем-то духовную связь. Это говорит либо о том, что ваши родители были с вами очень сильно близки, вследствие чего вы только такие отношения для себя приемлете, либо наоборот, родители были с вами отстранены, и вы нуждаетесь в этом. Но опять же, реакция на холод, как и привычки, эмоции, это все одинаково, да? Это не играет никакой роли. Наоборот. Наоборот, это может породить раздражение в будущем и зависимость, если вы сами по себе не будете испытывать комфорт, да? То есть вот вам самому по себе комфортно, самому с собой. Дальше. Последние 4 дня каждый день встречались, куда вместе ходили, и куда вместе и ходили. А сегодня она работает допоздна и пишет такое, я бы с удовольствием не сидела на работе и провела бы вечер в своей компании. Ну, понимаете, я думаю, что это в любом случае хороший, конечно, знак, что она хочет провести с вами время, вот. Но то, что она говорит, что у нее сложный характер, да, это на самом деле всего лишь подтверждает мое утверждение о том, что человек просто опасается сближаться с вами, считая, что вы можете в ней разочароваться. То есть сейчас нужно не делать резких движений, сейчас нужно просто сосредоточиться на ней, то есть сделать что-то для нее, но при этом не зависеть чересчур от нее, то есть чтобы ваше состояние эмоциональное, да, не зависело от нее, чтобы вы не были зависимы, чтобы вы не нуждались в ней. Это позволит ей чувствовать себя более свободно с вами, позволит ей же не чувствовать больше ответственности, чем она может быть чувствовать, и что ей может не нравиться, ну, что ее может напрягать, что ей может быть дискомфортно, да, вот. И, соответственно, так вот, если вы сделаете это, если вы сможете это сделать, если вы вот будете вести себя так, то я полагаю, что максимум из того, что можно из этих отношений извлечь, максимум из того, что можно из этих отношений получить, вы получите в любом случае. Вот. Я думаю так. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Буду благодарен, если вы вот тот ответ на ваш публичный вопрос сделаете лучшим. Желаю вам всего самого доброго.